Привет, дорогие подписчики, с вами я, Гарик, и вы, точнее, Игорь, и вы на моем канале игры и многое другое. И как я обещал, сегодня будет обзор вот этого. Хотя тролли уже давно закончились, но прилипалы еще идут. А вот и моя коллекция. Поближе. Она у меня вся. Много денег я на это потратил. И, кстати, можно купить за 49 рублей. Это классно. Еще одно, что вы могли заметить. То, что... А, да, я не показал. Извините, что-то запутался. Вот здесь игра. И здесь реклама ихнего где-то приложения, я говорил, но не помню где. По-моему, не здесь. Ну, не судьба. У меня еще есть повторки. Если вы хотите, чтобы я их вам отдал, то просто напишите в комментариях хэштег «Я хочу прилипалы», и я бесплатно вам их отдам. Если вы живете не в моем районе, то я вам их не отдам. Я приду к вам и отдам вам эти прилипалы. Ну, не эти, вот эти, а повторки. Если еще будет один домик, то дам с домиком. И пришло время к школьным принадлежностям. В принципе... Ой-ой-ой-ой-ой. Вот тут игра. Троллей и миньонов. А вот и сам домик. Посмотрите. Все ластики. Вам, наверное, плохо видно, но ладно. Надеюсь, будет видно хорошо. Здесь такая приятная, прям на ощупь, как бы, типа, даже не знаю, как это назвать, как в кровати, вот, есть штука, или не в кровати, а в чем-нибудь. Ну, короче, вы поняли. Вот так. В принципе, снаружи выполнен он чуть хуже, чем домик. Стикес прилипалов, потому что здесь и игра, здесь и стилизация получше, но здесь огромный плюс то, что здесь вот эта штука. Вот. Напишите в комментариях, как она называется, я просто забыл. И давайте перейдем к составляющей именно обзора всего стикес, точнее прилипал. В принципе, она... В ней много цветов. Вот. Здесь типа как грядка. Такая вот отдельная для них... как вам сказать? Место. Вот. Вот здесь написано, как их зовут. Вам плохо видно. Да, я это видео снимаю вечером, а утром его уже выложу, чтобы не было проблем. Вот, игра. В принципе, здесь как бы картон более помягче, наверное, что ли. Здесь он... Ну, короче, все равно они мне идут на 10. Я просто их собираю, не так, не думайте, что я ребенок. Просто решил их собирать. Также у меня есть еще две коллекции. Одна, по-моему, собрана вся, только без домика. И вторая, даже чуть меньше половины собрана. И без домика. Я, наверное, сделаю спойлер к следующему видео. Это видео я выложу, наверное, днем завтра или вечером. Как получится, не знаю. Вы слышите, я говорю в нос, и поэтому... Не знаю. И это видео подошло к концу, оно было коротеньким. Что я хочу сказать? Это 6 из 10. Это 6,5 из 10. В принципе, они даже по величине различаются. Если вы хотите, чтобы таких роликов выходило больше, просто... И я устрою в комментариях голосование.
кому нравятся тролли, то тогда хэштег тролли. Кому нравятся прилипалы, хэштег прилипалы. И мы найдем, кто кому больше нравится. В принципе, даже тролли продлевали. Ну, там на несколько недель, по-моему. Что ж, спасибо за просмотр, друзья. С вами был и я, Игорь. И вы были на моем канале «Игры и многое другое». Может быть, я это видео выпущу сейчас, но, скорее всего, завтра. Сейчас не получится. Всем спасибо, всем пока. Надеюсь, вы ждете «Войну бесконечности». Вот я жду. Это, если что, телевизор. Не обращайте внимания.